Всем привет! Мы продолжаем проходить Need for Speed Underground 2, это пятая серия. Мы записываем подряд очередную серию, потому что, как я уже говорил недавно, время тут пролетает просто очень быстро, и тем более... Недавно, для нас недавно, для них в предыдущей серии. Ну, для нас, я это имел в виду, я думаю, это понятно. Вот, я забыл, что хотел сказать. Хотим еще поиграть, я не знаю. Я что-то другое хотел сказать, не помню совсем. Вылетело из головы. Slow motion. Я вот что, стекло разбивается, потом чинится само собой. Вот там звездочка. Там слева будет съезд. Ну ладно, справа едь. Я уже был справа. А вот на время надо будет доехать. Интересно. А, вот что я хотел сказать. Особо сложного ничего не было. Поэтому как бы мы продолжаем играть. Потому что не было какого-то особого харда, было интересно, как бы немножко напряженно, но так средненько. Так, фотограф какой-то нервы, успей за 2 минуты. Ты можешь это с GPS, кстати, доехать или просто... Да, тут близко, как GPS. Вот когда за 2 минуты тебе надо доехать, блин, до промзоны... Немножко сумасшествие, конечно. Хочешь дуэльку снять? Нет. Все равно нельзя. В этом режиме. Да. Казино Сити. Опять ты это проделываешь, такой момент. Да, ну еще минута. Мега близко. О, тут, кстати, сам фоткаешь точку. Хотя я не помню. Ну, вроде да. Чё ты мне не нажал? Бывает. Отлично, ты на обложке Турбо. Вот Дана. Парень, все в городе только о тебе и говорят. Мы с вами куда поехать? Ты сам-то знаешь, как круто смотришься. Давай, куда? Фоткай сам себя. Только фон выбери подходящий. Ракурс какой-нибудь крутой. Потом отправим фотку журналюгам, пусть клепают на обложку. На фонтан, что ли? Да, я когда близко сюда на фонтан. И там нормально. Сюда? Угу. Да? Ну да, можно и сюда. Не, просто это такое... Чё? Просто такая фишка, типа, что вначале тебя ставят, и ты хочешь не хочешь фоткаешься у фонтана, поэтому я при других прохождениях уже перестал этим заниматься, потому что просто это делает каждый, наверное. Ну, с небоскребами так как-то. Так, против бинго. Я не знаю, где лучше послать. То есть против импостера? Угу. Так? Вот так, типа, да. Как так. Мне нравится, как прокручивать. О, подожди, можно сделать бернаут. Не особо как-то. Так, это неровно. Автомобильная сила. Ну тогда вот так как-то. Ну, так. Постановка. Эй! В смысле постановка? Да не, давай такой. Угу. Ничего такого, ну ладно. Сохрани, да. Чего нет?
Ну чё? Куда ты будешь ехать? Жи, кто вообще где? А, да, ты сейчас. Угу. Поеду тут на Апекс. Спонсорский круг. Да денежки должны быть. Ага. Ты денежки будет? Хочешь открыть? Ну тут денежки. Ну давай. Ну тут денежки. Можешь что-нибудь прикупим, кстати, давай посмотрим, что купить можно. О, передний, кстати. У нас денег не было. Может, открылись? Еще нет. Не знаю, такой. Ну, можно или снайпер взять. Давай снайпер. Накладка. Накладка эйс. Он уже есть, капоты, ну, что-нибудь. А, потому что еще открыли дополнительные? Да нет, как-то. Хотя будет одна звезда, и за одну звезду нам предложат уже фотку для DVD, кстати, сделать. Ну, давай. Такие? Угу. Я диски. А, диски были. О, эйс. Внимание, звоночек. Бэйвьюз Бест. Слушай, здесь режиссер Бэйвьюз Бест. Ладно, давай гонку сначала. Снимется в фильме? Было бы прикольно, если тут типа было то. Правит столько и тебя снимем для фильма. До свидули. На больше чуть-чуть потом. Да, много, мало. Да, да. Затяжной. Да. Блин, теперь я вижу, что у нас там race car. Так, я уже хочу дрифта. Давно не было хочу. Блин, у нас уже пятая серия, а у меня дрифта со второй не было. Я, конечно, понимаю, что для меня это одна серия. После второй для нас еще не прошло ни одной серии. Но по факту уже пятая. Я тут время проходил, просто на этот раз катался. Нормально тут, спокойно катаюсь. Да вообще классно кататься. Блин, 200... 230, нормально. Причем на пятой скорости держит. Неплохо. И как они? Да. Фига себе затяжной, боже. Угу. Я уже 2 минуты. Сразу направо, сразу направо. Еще даже не прошел. Ну, сейчас пройдет. Нормально, так 5 минут на круг. Так делаешь серию, проезжаешь такие 2 или 3. Ну все, всем пока. Эта серия была. Очень
короткой. Блин, мне нравится, что это первый NFS с фрироумингом и, блин, довольно-таки масштабный фрироуминг, в котором даже можно заблудиться, на что разработчики намекнули голосом Рэйчел. Но сейчас-то после стольких лет, я думаю, все выучили здесь каждый уголок, поэтому уже никто не заблудится. Сейчас невольно размышляю над тем, где фрироуминг длиннее, в каком NFS. Потому что какой NFS не возьми, там примерно сейчас одинаковые карты. То есть они не особо такие прям уж огромные, не что-то типа GTA 5. GTA 5 вообще плохо. Все равно молодцы, мне нравится. Мне кажется, уже первый андеграунд хотели сделать фрироумингом, но потом отказались от этой идеи. И что-то не успели, не знаю. Но там город был бы короткий. Мне кажется, уже они сразу решили вложить силы в андеграунд второй. По стеночку. 3 секунды держится, ребята. Нормально, тут вообще хард несложный, но что вот оторваться от них именно секунд на 5, на 6, вот это вот надо постараться. Потому что от этого репутация здесь зависит. Сотка вообще как-то маловато. Но 100-900 денег за то, что гонка спонсора. Так. Я хочу все-таки поехать на дрифт. А потом уже сделать фото. Ну слушай, задолбал ты меня с самого города, что я столько раз ездил. Нет, Сюпрыч, вынужден отказать. Блин, туда поехал. А хотят, можно съехать? Нет, нельзя съехать будет. А сюда. Мяу. За знаком, ну ладно. Так, первый лифт, ну давай первый сразу. О, денежка. Сперва денежка. Только не понял, а второй что, невидимый что ли? А, не вон. Он дальше стоит. Теперь пер... смотри, да, невидимый для глаза, потом появляется. Ну что, покушаем после 10 минут, где-то 15. Ну да, чё. Серый завершу. Я тоже ужасно голодный. Так, ну чё, посмотрим, насколько я стал хорош или плох в дрифте. Мощь стала побольше. Трасса стала немножко по-другому. Да, я ничего не научился. Там была скорость и уголочки такие. Ага. Да, я пытаюсь. Где они набирают скорость, как они там. Так, неплохо. Мы можем еще с ними Ты первый. Побороться.
Я первый? Да, победа, отлично. Блин, это было супер изи, я хочу еще дрифта. Ах, тебе сейчас твоя очередь. На, давай едь. Ну тогда у тебя будет потом две гонки, так что нет. У тебя же тоже две. Три? Ну ты еще появился, гад. Да? Ну да. Разница какая, Сэн? После трех две сразу, я потом две сразу, все. Ну ладно, давай, хорошо. А то что ехать туда-назад? Тут больше поворотов, мне это уже начинает нравиться. 15? Как? И они там не дрифтили где-то. И они даже не дрифтили, вот. Меня этот факт немножко расстраивает, блин. Не настоящие дрифтеры, которые набирают 25 тысяч, блин. Я, конечно, понимаю, блин. Да, на тебе 15 скорости. Что? Хардовочка, но чтобы настолько увеличивать им... О, спасибо. Несуществующую мощь. У меня уже 26. Это good или bad? Я не знаю. 44. Ну, конечно, здесь проехали, блин, как сволочь. А, это рестарт, уже финиш. Сейчас дело до без 15 дойдет. Сейчас, я пока что. Нет, я не телефон. А, ну ладно. Да чё? Блин, тут на паузу нажимаешь, и потом все, как бы ты ничего не жал, никакой не газ, нет. Вот здесь вот цепочку вот так проходить. Все равно, блин, 26 у него. Сколько тут? 16. Вообще, блин, дрифткингом надо быть просто. Я смотрю, у них 32, я думаю, как? А у меня 27. Как? Нормально. Что? Ёшкин. Не, блин. Дрифт здесь хардовый, конечно. Да, я хотел дрифт. Я уже почти жалею об этом. Блин, мне еще на звезде надо сфоткаться. Мне еще на звезде сфоткаться. Скорость. Йо, это не здесь набирает. Ужасно много. Да, у них цепочка. Их цепочка. Я вообще не дрифчу, ё-моё. Задрифти меня, пацан. Могу врезаться мне дать дрифта. О, у меня 34, давай, на финиш быстрее. Да, победа. Мне нравится, что если ты первый приезжаешь, у тебя автоматически победа тебе ставит. 200, репутация очень даже неплохо. Так, едем на звездочку. Все, пока, дрифт у тебя потом. Сколько тут гонок, кстати, осталось нам пройти из открытых? Раз, два, четыре, семь. И потом профлига должна открыться. А, восемь со спонсором, да. Так, только в этот раз не буду фоткаться у фонтана. Мне нравится, что тут до гонки ешь какой-то, набираешь азота, двойного азота. Вот тут прям тебе говорится, фоткай всю фонтан, типа. А двойной азот у тебя потом пропадает, тебе просто одинарно. Парень тебя снимает в следующей серии Baby's Best. Ты посмотри только.
Так, Рагурс был бы этот прикольный, но у фонтана мы уже стояли, поэтому надо что-нибудь покруче. Вот тут. Yeah, work in progress. Он тут с бернаутом. Потому что... Ой, подожди. Я хочу дальше туда поехать. Не знаю, туда? Нет, давай туда. Да, давай туда. Типа, или на трамплине. Так, по сторону, подожди. Может, вообще старый город? Да не... Очень такой с бернаутом, я не знаю. Не, не тут хорошо, когда ты типа вот так стоишь. У тебя дым вокруг. Вот так? Нет, сейчас. Не. Что-то прямо в дым. У тебя дым вокруг. Не, мне не нравится здание. Baby. Это будет долго, ребят. Так, хочу проехать туда. Очень удобно водить. Я хочу так пройти несколько гонок. Может, вообще на дороге на там. Блин, скоро время серии закончится. О, можно с кем-то даже. С другим гонщиком. Ну, все видят, кто здесь baby's best. О, да не, некрасиво вообще здесь. Ну, все, не ори. Ракурс? Нет, нет. Так лучше. Нормально. Дымкань, ладно, оставим. Мне нравятся огни города. Baby's best, неплохо. 1000 horsepower? No problem. Да, 1000, блин, horsepower, нормально. Ну, давай, твои... Одна гонка. Одна гонка. Я могу две. Да, одна гонка, потому что следующий начнешь уже в следующей серии, давай вот так. Потому что реально уже эфирное время подходит к концу. Ну, обязательно прям этот спринт. Да ладно, я давно спринтил. Мы просто очень голодные, давай признаем это. Почему не Rise Against? Давай, правда, давно не Rise Against. Ладно, этот трек мне тоже здесь нравился. 16-й. Красиво, но... Надо пытаться в первое место ехать. Не знаю. Ладно, шутечка. Почему они не могли сами, типа, фотку отсюда взять? Ну ладно, или ты какую-нибудь там. Норма. В смысле? Не надо же повторять за ними всякий бред. Систер? Или ассистент? Правильно.
Pearl Harbor. Я вместо Pearl, я Cool отчитала. Cool, крутой? Ага. Или жопа? Cool. Прохладный Harbor. Его MX-5. Вот он показывает, смотри, ты выбрал уровень сложности. Hard. Не то, что не даст тебе это самое оторваться, еще не даст догнать, еще под жопу тебе... Водить научись. Мне кажется, это рестарт. Привет, медведь. Или за руль должен сесть мистер Тиа. Потом три гонки проходить. Гонки, три гонки — это помощь друга. Никак. Точнее, помощь брата. Ну как будет помощь брата? Бро хелпинг. Вы выбрали помощь брата. А, я понял, почему ты не можешь победить, потому что здесь Уэйн. А? Брюс Уэйн. А? По стеночке? Да. Если я смотрю на правду. Нет, ты... Сам к воде получился. Он не просто хочет научиться водить, он и не хочет отдавать тебе второе место. Последний отстает на 6 секунд. Ну ладно, good for him. А еще обожал здесь проезжать. Да, стимул тренировка была, тренировочка. До свидули. Он уже на секунду отстал. В смысле? Две секунды. Да не врезался, просто медленно едет. Фух, сколько? 100? Ладно, да, хорошо, приемлемо. Ну что ж, а на сей веселой ноте мы предлагаем завершать эту серию, мы прям припаркуемся здесь, никаких больше подряд не будет, потому что мы устали, проголодались, и время сделать паузу. Спасибо тебе большое за просмотр, мы желаем тебе удачи, хорошего настроения, и всем пока. Пока.